преддверии двух праздников – Дня матери, Дня инвалидов – самое время собраться всем вместе за одним столом. Особые слова благодарности и признания матерям, которые воспитывают инвалидов с детства. Только им одним известно, какой это нелегкий труд – ухаживать за больным ребенком, который не в состоянии передвигаться. Но в праздничный день обо всех трудностях и проблемах, конечно, хочется забыть. Тем более, если за столом собрались друзья. Проводить праздники и разрешать сложные житейские проблемы людям с ограниченными возможностями здоровья помогают депутаты Ивановской городской думы. Вот и на этот раз не обошлось без вкусного угощения и подарков для членов регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Стало доброй традицией в преддверии двух замечательных праздников встречаться в кругу друзей. Как здорово, что люди умеют дарить друг другу улыбки, общаться, оригинальные подарки в виде собственных стихов и песен. Ребята с удовольствием делятся своими планами, впечатлениями. А я, как депутат, по мере возможности им помогаю.